Товарищ, вперед к светлому будущему. Возвращение? Конечно, товарищ. Конечно. Я только что вышел из мавзолея. Вы знаете, сколько я там сидел, лежал? Простите, what are you saying? Ленина съели. Ну, вы так не говорите. Я вот только недавно гулял по Красной площади. Охрана попросила меня вернуться назад. Говорит, мы вас потеряли, товарищ Ленин. Вернитесь, пожалуйста, а то начальство даст нам пизды. Пришлось послушаться. Сейчас разрешили погулять. Можно фотку с вами? Конечно, можно, товарищ. Спасибо. Товарищ, вопрос к вам. Вы что делаете лично вы для достижения нашего великого светлого будущего? Я отжимаюсь по 5 раз. Это тоже хорошо. Как говорится, отжимайся, если хочешь быть здоров. Ударяйся голой жопой об забор. Слава Украине! Слава Украине в составе России, товарищи! Ты нахуй! Все будет Россия, товарищи! Ты нахуй, косолапый, я лопух не падает.